В Тверском и Суворовском училище прошел показ фильма «Быть». Участниками мероприятия стали более 500 детей, курсантов училища, учащихся школ Твери и Калининского округа, старшеклассников епархиальной православной школы во имя святителя Тихона Задонского. Лента рассказывает о современном молодом человеке, который готов на все ради успеха. Судьба волшебным образом отправляет его в 93-й год, где прошлое меняет его настоящее, и к концу фильма он предстает с другими жизненными ценностями. Режиссер и актер, сыгравший одну из главных ролей, президент общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец отмечает, что главная идея его картины – любовь. Главный герой в течение всей картины вот этому учится, но понятно, что это происходит не в линейном разрезе. Да? Ему надо научиться себя любить и принимать, чтобы принять своих родителей, чтобы принять свою любимую девушку, чтобы принять рождение своего будущего ребенка. Об этом и не только юные зрители поговорили на личной встрече с Александром, которая состоялась после просмотра фильма. Почетными гостями мероприятия стали митрополит Тверской и Каширский Амвросий, начальник Суворовского училища Владимир Ляпаров, министр семейной и демографической политики Верхневолжья Анна Буданцева. Они тоже поделились своими впечатлениями. Сюжет был так интересно выстроен, такие лабиринты, что просчитать было невозможно, что будет дальше. И, конечно же, равнодушным, я думаю, что никто не остался. Фильм на самом деле прекрасный. Это правда. Здесь нет лжи. Да? Это правда и для молодежи, это правда. То есть вы не соврали нигде. И молодежь принимает это так, как это есть. Фильм «Быть» вышел в прокат в этом году и вошел в пятерку самых посещаемых. Федеральное министерство просвещения включило картину в проект «Всероссийские детские кинопремьеры» и одобрило для просмотра во всех школах. В нашей области его показы будут организованы по поручению губернатора Игоря Рудени в Бежеске, Вышневолочке, Кашине, Нелидове, Ржеве, Торжке и Торопце.